Сверхмощная камера. Honor представил свой флагман. Разрешение основной камеры гаджета составляет 48 мп. Также новинка получила экранную камеру, встроенную в отверстие в экране. Суббренд Huawei официально представил свой новый флагманский смартфон Honor View 20, оснащенный мощнейшей 48-мегапиксельной основной камерой и 25-мегапиксельной экранной, размещенной в небольшом отверстии на экране. Об этом пишет Phone Radar. В продажу на мировые рынки данное устройство должно поступить в январе будущего года. Базируется флагман на 7-м 8-ядерном процессоре Kirin 980, а также имеет функцию Link Turbo, которая позволяет ускорить загрузку с помощью использования канала Full TV Fi одновременно. Гаджет будет продаваться с различными объемами памяти: 6 128 ГБ, 8 128 ГБ и 8 256 ГБ. Диаметр отверстия в экране, предназначенного для фронтальной камеры, составляет 4-5 мм. Емкость батареи 4000 мАч. Стоимость данного флагмана будет стартовать от отметки в $435. Ранее сообщалось, что эксперты назвали смартфон, получивший лучшую в мире камеру, лидером рейтинга оказался продукт китайской компании. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта news.com.